сейчас записывает, не говори ничего. Хорошо? Я сегодня, я тебе скажу, что я делала сегодня. Вот солнце, видишь? И вот я беру, закрываю глаза и смотрю на него и говорю так: солнце, солнце, зайди в каждую клеточку моего тела. Сделай так, чтобы каждая клеточка тела моего напиталась твоей энергией. И закрыла глаза. Но первый раз, когда я сделала так, было такое ощущение, что вот как бы с неба, с от солнца идет на меня как такой, как вода, знаешь, такая плывет на меня и наполняет меня энергией. Вот. Белой. А снизу как бы черная энергия, знаешь? Вот. А потом я позвонила одной моей подруге, она говорит: ты черную не принимай, только белую, знаешь? И вот я в этот раз сегодня, у меня в кабинете, ну, солнце начало всходить. И я начинаю, знаешь, вот, закрывать глаза и смотреть на него. И говорю: солнце, солнце, наполни каждую клеточку. Когда смотрю, сеть сосудов, знаешь, вот так, через веки. И я говорю: пускай зайдет солнце в каждую клеточку, в каждый сосуд, наполнит меня, знаешь. И так сидела, сколько я там сидела, пока меня не позвали. И, короче... Да, потом, подожди, я еще чуть-чуть поспала. Чуть-чуть позвали. Цыгане, бах-бах-бах, какие-то цыгане начали. Ну, это искушение. Ко мне стучаться, знаешь. А я вышла, говорю: кто меня звал? А там женщина сидит, говорит: цыгане. И тут позвали меня уже в прием покой. Когда я уже пошла в прием покой, и ты знаешь, что я заметила? Что я так начала красиво писать. Никогда в жизни так красиво не писала. А потом... Я молчу обычно, меня кто-то обижает, кто-то что-то скажет, я молчу. А тут все высказала. Представляешь, энергия солнца. А теперь еще ты пришла. Ты знаешь, прям чудеса, чудеса, понимаешь? Или нет? Да. Сразу реализация всех моих желаний. Блин, я только сказала, хочу как вот. Вино, ну красное вино, красивое, да? И сразу ты еще побежала за мной. Я еще хотела уехать, а я же не успела уехать, ты же прибежала. А мне ангел говорит: подожди, подожди, не уезжай, посиди еще немножко, зайди в магазин, еще куда-то там, не знаю. Представляешь? Ну ладно. Я, между прочим, давно в Пражила не была. Не, вам зацените. И они тебе разрешили? А чего не позвонили мне? А если бы я уехала, вы меня вернули? Нет. Мы вам возвращаемся. Ты сейчас сообразила и позвонила им, да? Ну, так урлен зашти, но я сейчас про апарту ной. Ага. Шикарный город, то высоко. Да мы... Лен саш, когда шоу рак, так ура, так в Риге, так ну, в основном как город. И да тот мне густо со нас дикас. Нет, дикас и сей мои буны. Дикас и сей мои буны, ну и древ. И он и нормально едет. Ты видишь, зараза какая. Это он так нормально едет? То ли так его нажат, как ласаса только. А еще пшечник метод. Да, пофиг. Едет как это. Ой, хороший человек. Дай Бог. Я его люблю, он меня. Это же еще советские машины. И тоже красный. Вообще-то красные машины, когда видишь их, лучше обижать, не обгонять. Вот это. Знаешь, была сказка, сейчас скажу, какая сказка, как она называется. Белый араб. Ты читала? Молдавские сказки. Но я выросла на сказках молдавских. Мне бабушка Шура читала, мамина мама. И ее сын Коля, дядя Коля, он подарил моей сестре. Смотри, как он едет. Это нормально едет. Он должен свою линию держать, а он держит, чтобы я его не обгоняла, представляешь? Какой, блин. А я, между прочим, сильно не хочу его обгонять. Не шутри, я бы. Да зачем? Тем более, если я не одна, а даже если бы одна, все равно. Да не шо. Так смотри, и там, короче, есть один момент, когда этот белый араб, ну, как Фетхурмоз, он едет в Египет, по-моему, поэтому его араб называют, араб, знаешь, белый, белый араб.
И он едет туда и встречает какого-то святого, знаешь, а святой ему говорит, когда ты увидишь Безбородова, без бороды, не связывайся с ним, убегай подальше, который без бороды. И если увидишь лысого, по-моему, он говорил, я не помню. В общем, от этих, от лысых и от безбородых убегай. И еще, если увидишь красную машину, то же самое. Эти, которые имеют красную машину, они непредсказуемые, понимаешь? Которые без бороды, которые лысые и которые с красной машиной. От таких подальше. Вот обычно, знаешь, вот люди ставят эту, каблук ставят, чтобы опасности могли думать, что там опасно. Могут непредсказуемые, это когда женщина. Или ставят восклицательный знак, что это молодой шофер. Сейчас повернем. Понимаешь? А если красная машина, то и не надо ничего ставить. Уже думаешь. Смотри, тащит кого-то на привязи. Нет, он никого не тащит на привязи. Он сам едет. Вот сейчас этого можно обгонять. Вот папа на такой машине ездил, мой папа. Когда я маленькая была, но у него был этот подовоз, а это, по-моему, бензовоз. Первая его машина была такая. Потом он ездил на бортовой тоже такой, а потом на самосвале тоже такой. Потом да, на самосвале вот эти еще древние газы были. А если машина твоя ищешь? Да. Там. Потом ему дали военную машину. ГАЗ-53, я уже это помню. А эта, которая была последняя перед этим ГАЗ-53, была 53-57 номер. 53-57 самосвал с железным кузовом. Вот. И я даже номер помню, представляешь? Да? Да, 53-57. Номер сзади был. Вот видишь, сейчас 3 цифры, а раньше было 4 цифры у этих машин. И это. А потом у него была. ЗИЛ-130. С синим кузовом. Самосвал. И после этого ЗИЛа у него было два КАМАЗа. Один КАМАЗ 55-11 был с оранжевым кузовом, а потом с зеленым кузовом. И потом он вышел на пенсию. Было у него 50 тысяч рублей на те деньги. Пенсия. И пенсия. Он собрал 50 тысяч. А-а-а. 50 тысяч собрал. И он должен был купить дом. Пошел к своей двоюродной сестре. Что-то они крутили, его такие цены загнули, блин. Так он и не купил. Потом я пошла, уже сейчас пошла, хотела купить у них дом. Тоже загнули. Потом дядя Витя умер, ее муж. И ее взяли, потаскали, не знаю куда, родственники. И так она и не потратила эти деньги. А сейчас она уже старая, немощная, понимаешь? Дала бы я ей деньги, она бы потратила. А сейчас все дети будут тратить. Да. Так глупая. А я говорю, давай, тетя Лидочка, любимая, говорю, давай будешь это вот, продаваешь мне дом. А мы куда денемся? Я говорю, мы вас не обидим, вы будете сидеть где-то сбоку, блин. И мы пошли купили у других людей. Обвели моих родственников. Прямо едем, да? Да. Ой, боже мой. А сейчас где она сидит? Не знаю даже, где она. Они ее взяли, сначала у нее дочка в Рыбнице. И там это, Таня ее зовут. Вот. И у нее внук Витя. А больше я и не знаю, его так и не общаюсь. Она была самая любимая двоюродная сестра папина. У моего папы была баба Келя, мама Акулина Андреевна. А ее мама была Екатерина Андреевна. И они вместе выросли. Знаешь, вот так вот растут иногда вместе. Как брат и сестра.
Угу. Тогда времена такие были. Знаешь, в селе люди вместе все жили. Да. И они были, ну как, примерно одногодки, и они жили вместе, учились вместе, дружили вместе, а я не знала. А когда начала псалты читать, молитвы, знаешь, и мне приснилось, и мне говорят, тетя Лида твоя, самая любимая его сестра. Я говорю, как сестра? Они же двоюродные. Нет, говорит, они выросли Алло? Вместе. Алло? Маркуле, что ли? Денца ж ты, Крутогорна. Хай, Кьювин. Что? Хай. Что уже? Уже назад? Нет. А что? Аурика, вы закрыться сон тоже, смотря ты меня унес ем. Ленца ж ты, Кьюма прокет. Да, да, она не знает. Лена, смотрим вас. Ну, сейчас тут уже прожил. Да, да. Вот смотри, как быстро, еще светло. Дождя а муж у нас вода в банке де компот. Да. В банке это... салаты. А этот, как его, тушенки нету? Вот так он на юну закону ездит, из моду кумбе шалланд. Ага. Ну ладно, что есть, то и дашь. Да. Дай Бог тебе здоровья, я потом банки верну. Да, только ты скажешь кащи, мне, да. Напишешь на бумажке, то я забуду. А сыля, едем маду кунчеди, штиц? А я привезу тебя домой. Ну хай. Я ж приеду. Ну мас у нас штику заказ, ну еще умал, же сбоди друму джаба. Да, 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 я приеду к вам в гости. Да. Будем дружить. Йован с моей демоцией за гости. И если не было машины, сейчас машина есть, пожалуйста. Гости. Зачем такой я, блин? Из-за кицана. Эй, ласка, с гости швейте, чем нужно для вас. Я считаю, что ты кусок за иса негру. Негру, да. Эй, страшный кщик. Страшный. И мне мут сорта дипама, когда так вон. Ну, да. Și pe știi, el la mine e curat. El la polobocul de 220 de chile, eu i-am pus mai două căldărgină de doilea sort, ca să șadă. El pe știi e curat în mine. Înainte, înainte. Eu trebuie să lângă Oxana. Ui, ce tu găvări? Lângă Oxana trăie să-l găuri el. Oxana. Eu trebuie să-l găuri. Dar că te-ai tot dace, ce tu rog. Уже сколько я в них не было. Да. А смотри, какие у вас красивые места тут. Да. Но я видим дивала горло лебеди. Да? Да. Даже смотри, сосед камей, когда зубы сшивает салбатич. Алло? Ну, ну, малам пус пата по ламин, на ной в камере. Да, он приготовишь, не пус, да, приготовишь, да, шаха. По столах его никогда не просили вас куда-то отвезти. Пражила. А я и не думала, что сегодня пражила. Я каша. Ой, последний раз, когда была пражила, дороги еще не делали эту. И такая грязь была. А мой я бедряк там у него. Где ты наит мерзец? Мы сейчас наиньте. Да, я с баретом уж. Тамара, что ты греешь? Там где-то. Вот, Тамара, здесь. Вот прям здесь? Да. Бедная Тамара. Да. Я знаю, вот тут вот где, вот перекресток где-то. Вот. Гека у них гар чел де кятра. А полуаться в хуйце, как у них гар за верди, интраться на ваше хуйце, да. А тут, там дальше живет это. Гека Оксана, Оксана. Ешь, троешь. Да. А стой, касал Оксана. Да, я знаю. Она не дома? Не знаю. Не дома. Пи, уму ел мой вед, да е, пати ку лукури са. Я поел. Да? Где ты наиди? Ну, коло, нкоаши, нкоаши. Сюда? Да. Вот, у него машина еще ялбла парта, по полу я троеск. Ой, блин, а у вас, если сюда заедешь, нет, и уж, попадется тиши, машина? Тари бун друму фос, кетруш. По машина, то только задним ходом. Сув сапату таго на друму. Nu trebuie să strag apă, știți? E ca asta poartă tot a mie. În sarai s-a trăit mâncă la omul meu. Tu zici să mi-e snilă și tot a E ca aici tot e meu. Zici să stănăvim? Net. Haideam înainte. Înainte? Da. Mâine mășa și alba, acolo eu trăiesc. Vă tot? Da. Și cum s-o priest așa? Dați-mi sub gar și apoi jos ne dăm înapoi și acolo să-mi dă și zacos, nu da și băiat.
Mergeți până în ogradă? Nu, eu tot duc. Ah, eu repede, dar eu... Dar n-aveți geanta, nu știu eu în geanta mie.